девочки, дальше передо мной лежат две, но я покупала три. Так. Сейчас поищу. Вот, нашла, девчонки, три маски. Тоже увидела именно такие маски. Первый раз я в Фикс Прайс. Я их не видела. Именно такие. Муцин улитки. Муцин улитки. Должна быть очень хорошая. Потом алоэ вера. Типа успокаивающая, наверное, да? И гиалуроновая кислота для лица тканевой основы. Увлажняющая, да, и успокаивающая. Вот это вот. То есть, если какие-то раздражения, шелушения, да, на лице. А муцин улитки, что они нам напишут, для чего? Разглаживание морщин. Ну да, это как и пальчик. Глаза, кстати, надо мне заказать. У меня уже закончились муцином черной улитки. И эластичность и коррекция овала лица. Но это, конечно, вряд ли. Это у нас идет коллаген. Три масочки взяла. Цена какая у них, тоже подпишу. Но я, в принципе, не брезгую масками с Фикс Прайс. И некоторые из них даже очень неплохо работают. В плане осветления лица и какой-то свежести придать лицу. Это у них есть. Насколько они там подтягивают, разглаживают, не знаю. Это маловероятно. Но то, что какую-то определенную работу они делают, это точно. Дальше, девчонки, пошли наши любимые, всеми любимые, народные любимчики. Да, можно сказать, это влажные полотенца. Для всей семьи, действительно, у меня даже малыш Лян, я им комнату разношу и говорю, так, это полотенце, товарищи, только для того, что если там пыль протереть, убрать, что-то там нарисовали. Нет, девочки, они достают и руки им вытирают, и всякие свои прибамбасы всякие. Егор может игрушки достать, ими вытереть, потому что они большие, прям хорошие. Ими очень удобно стол ученический вытирать, хорошо прям вытирают. И окна вытираю, и мебель вытираю. Девочки, вытираю все, что могу и не могу. Так что, и хватает их, кстати, надолго, но это при условии, что у меня, допустим, они в каждой комнате лежат. Прям в каждой, в гардеробной, и здесь, где компьютер лежит. Это, знаете, для чего? Чтобы я зашла в комнату, да, комната много, получается, я не успеваю постоянно прям сделать вот один... Да, я сделала одну общую генеральную уборку, все, проходит какое-то время, я захожу в комнату, бабац, там уже пыль, бабац, там еще что-то кто-то нарисовал, где-то что-то упало, там пролилось какое-то пятно, а Фоня пришел со своими вкусняшками, особенно, знаете, когда морковка, и что ж он еще раскусывает, прямо она цвет оставляет. Еще что-то он до этого таскал, ел, не могу сейчас вспомнить быстро, и оставляет какие-то такие пятна. Вот это все. Зашла в комнату, увидела, достала, и поэтому мне хватает их, суть разговора. К чему? Потому что хватает их надолго, при условии, что вот они в каждую комнату разложили их, и все, пожалуйста, не надо за это тряпкой бежать, мочить там, ведро это тащить. Убрали, выбросили, забыли. Одной тряпкой, ты знаешь, что вы могли одной тряпочкой вытерли там одно окно и выбросили. Нет, она большая, ее хватает. Раз вы вытерли окно, сложили ее, там чистая сторона. Еще, ну, что я рассказываю, элементарные вещи. Короче, это самое любимое, то, что сейчас тоже есть в Фикс Прайсе. Так, дальше, девчонки, купила себе, купила маме Bond Home перчатки. Обычные хозяйственные перчатки. Это для того, когда я пользуюсь какими-то абразивными препаратами. Ну, в плане вот, на кухне, если там вот, те, которые снимают жир, если в ванной занимаемся, значит, уборкой, мы тоже я пользуюсь. Так, себе я взяла какие? М-ку, маме взяла Эльку, 55 рублей цена товара, перчатки хозяйственные. А, кстати, я взяла суперпрочные. Были обычные, а это суперпрочные. Я думаю, они очень даже неплохие. Давайте я свои сразу открою. Свои, говорю, сразу открою, открываю маме. Вот они такие двойные, наверное, этим отличается суперпрочность. Ну да, они такие плотноватые, они плотнее, чем обычные такие прорезиненные перчатки. Чувствуется, что они плотноватые, мне кажется, действительно, их хватит прям надолго. Прям отлично. Обычно, знаете, я почему так делаю, как-то купила перчатки, русалочка, вот не буду наговаривать на фирму, но какая-то такая, которую я никогда не беру. Одела вот так перчатку и что-то... надела перчатку, либо вода мне уже туда попала, что-то я хотела выдать. Короче, девочки, вот так вот схватилась, и она у меня бац, и оторвался этот кусок. Я такая, опа, вот это перчатки. А это нет. Вообще такие качественные, смотрите, прям вообще здоровские. За 55 рублей, мне кажется, отличная цена.
для такого качества. Так, девчонки, дальше поехали. Это были пакеты. Пакеты такие обыкновенные на 30 литров, девчонки. У нас почему-то только клубника и ваниль. Вообще других никаких этих с другими ароматизаторами нету ничего. Взяла клубнику. Ну, клубника она не пахнет. Ну, какой-то там, конечно, ароматик есть, но это не клубника. И их беру я, девчонки, значит, в туалет. Потом беру для детей в комнаты, в их эти мусорные ведра. И тоже у меня здесь наверху, у каждого в своей комнате, лежит свой пакет. Потому что я за этим, конечно же, не могу следить, особенно, допустим, у Софийки. Она сама меняет. То есть у нее наполнился, она его скрутила, на выход положила, потом идет вниз, с собой забрала. У Егора желтые, вот, у Софийки красные. Тоже им взяла. Цена вопроса я напишу, какая, что-то недорогое, они мне, в принципе, нравятся. Девочки, что дальше? Поехали. Ну, губки. Вот я вижу губки. Губки обыкновенные, Bon Homme тоже. Как-то кинулась, смотрю, у меня одна губка, и то какая-то маленькая. Очиши не были у меня. По-моему, тоже или русалочка, ну что-то такое. И не очень они мне понравились. А здесь, смотрите, 10 штук плюс 2 штуки в подарок для всех типов посуды. Для ежедневного использования. Обычные губки. Размер у них побольше, чем у маленьких. Видите, какие они? Получается, они, скорее всего, по длине. По длине, наверное, больше. Обычные губки. Тоже были недорогие, зато их много взяла. Потому что меняю их очень часто. И не вижу смысла покупать какие-то дорогие. Все равно их не стирать. Ничего не будете же вы, поэтому беру. Пусть будут. Дальше девчонки пошли за 55 рублей. А эти почем? А, это другие. 55 рублей, повторяю. Вот эта фирма, от которой и карандаши, и все у них есть. Очень хорошие, могу прям с уверенностью сказать. Простые карандаши. Просто отличные. У нас, почему я их повторяю, потому что у нас вытаскали с моих запасов дети все. И во всех у нас шкафчиках, во всех контейнерах лежат эти карандаши. Они, по-моему, идут, да, поточенные. Они тоже такие, знаете, треугольные. Вот, треугольные. И точно так же грифель у них поточен, как треугольный. Классные. И рисуют хорошо. И когда наточишь долго, вот такими наточенными держатся. И цвет у них хороший. И удобно ими пользоваться. И город от них балдеет. У нас постоянно рука тянется к ним. То есть есть подороже, которые покупные там за одну штуку 30 рублей отдавали. Вот. И есть вот такие. Все вот такие у нас ребята повытаскивали. Всеми пользуются и всем нравится. И мне очень нравится. И не заканчивается. Один карандаш, просто ого, насколько хватит. То есть нет такого, что начали рисовать, он расточился. Нет, очень даже хорошие, качественные. Тоже удивляюсь, что такое качество в фикс-прайсе. Вот прям специально нигде не покупала простые карандаши. Именно дождалась, пока попаду в фикс-прайс, чтобы их купить. 12 штук. Мягкий грифель. Бай. Что-то фокус у меня сегодня абсолютно будет работать. 55 рублей. И там же еще были, смотрите, девочки, Эрик Краузер. Так, черногрифельный карандаш. Ну, это простой, наверное. Цена 77. Давайте его посмотрим. Тоже первый раз увидела. До этого Эрик Краузер не видела у них в магните фикс прайсе. Что он из себя представляет. Тоже они подточенные. Здесь у нас какие они? Твердо-мягкие. Вот написано. HB. Это твердо-мягкие. Посмотрим. Так, давайте, девочки, посмотрим, как он пишет. Ну, Эрик Краузер, в принципе, они должны быть, ну, обычный простой карандаш. Он уже, сколько у него тут, 3 шестигранный, да, по-моему, или 5-гранный. Обычный карандаш, посмотрим, как он будет. То есть, если тот был у нас мягкий, то это уже твердый мягкий карандаш. Взяла про запас, потому что карандаши у нас мы много рисуем, и прямо они всегда нужны. Только для этих целей. Потом, девчонки, цена в фикс-прайсе на них смешная, поэтому я абсолютно спокойно беру. Поэтому даже прям беру, мне кажется, 29 рублей мне стоит вроде так. 40 ден взяла, обычные телесные колготочки. Мне нравится. Всегда, когда бывает фикс-прайс, такой период года, время года, всегда беру там абсолютно спокойно колготки. Девчонки, взяла себе носки. Были тоже три пары, вот они, за 55 рублей, Zooey,
обычные носки для дома, повторила, потому что, как всегда, кинешься, похолодало как-то и захотелось прям одеть носки. Хотя я редко, когда в доме хожу в носках, а здесь прям захотелось носки одеть, не дошла. Обычные, хорошие, тянутся такие носочки. По составу у нас здесь что? 67 хлопок, 30 полиамид. Ну, как бы состав хлопка здесь маловато, но ничего, пойдет. Я не думаю, что это прям какая-то трагедия. Вот раз, потом немножко другие взяла. Здесь идет зубы спорт. Зубы спорт черные взяла. Здесь по составу то же самое, только здесь получается резинка, видите, такая подлиннее резиночка. Вот, повыше, можно сказать, да? Размер у нас тот же, да? Вы знаете, девочки, размер-то не тот же. Тут был 36-40 у меня, а спорт я взяла маленький. Этот спорт, девчонки, написано 32-35, представляете? А висел в женском отделе. Эти носки больше подходят моему сыну. Ну, ему я отдам. Смотрите, какие симпатичные, действительно симпатичные носочки. Мальчишки тоже хорошо будут, смотрите. Хорошо, вот черные взяла. Спорт отличная. По составу, что в спорте, тоже, по-моему, да, 67. Ой, ну куда девать, не выбрасывать же. Отдам ребенку. Все, короче, надо внимательнее смотреть. Что-то я думала, у них всегда стандартные размеры. Оказывается, не всегда и нестандартные. Так, что еще? И еще с такого небольшого у меня здесь есть, повторила, прям в том же цвете тряпочки. Тоже Bonhomme, по-моему. Вот эти тряпочки использую в ванной комнате, когда раковину помыть или там, допустим, кто-то скупался в ванную протереть. Вот, смотрите, размеры у них хорошо впитывают. Три штуки, 30 на 25 сантиметров из микрофибры. Хоть микрофибра здесь, конечно, тонковатая и странноватая, но они неплохо впитывают. То есть, допустим, для того, чтобы насухо им натереть, я не знаю. А вот чтобы там в ванной, допустим, какие-то потеки убрать и собрать воду, в принципе, они подходят. Девочки, я большие, почему-то... хорошие, из микрофибры у меня есть, ну как большие, больше этого размера. Такие прям как профессиональные у меня дома есть. Я ими, когда генеральную уборку делаю, я себя пользуюсь. Этот размер мне именно нужен, и чтобы было не жалко выбросить, именно для ванной комнаты. Вот взяла. Цена здесь есть или нет? Когда я, наверное, подпишу. Повторила в том же цвете. Так, дальше что? Девчонки, взяла вот такой вот коврик. 199 рублей он стоит. 40 на 60 у него размер. Вот такая у него расцветочка, смотрите, белая с серым. Это все понимают, что это коврик для ванной, да? Но я его, девочки, взяла не для этого. Я его вот так вот сложу два раза, девчонки, и сделаю его, постелю Егору на ту стулочку, которую мы в Икее покупали для маленького стола, где вот он рисует и смотрит телевизор. Я для этих целей его купила, потому что ему жестковато сидеть. Там, конечно, были подушки в фикс прайс, такие, знаете, на табурет, но они какие-то не подходят в том плане, что они, да, с завязками. Во-первых, я эти завязки не смогу завязать на этом стуле, а во-вторых, у них почему-то одна сторона, да, она такая матовая, она не может сидеть, а другая сторона, она гладкая, то есть какая-то шелковая. Если я куплю эту подушечку и положу ему просто не закрепляя, то она не будет держаться, она будет ерзать, она будет улетать. А здесь мне понравилось то, что она такая матовая, и мне кажется, именно вот этот, вот эти вот пупырышки, они будут задерживать ее на стуле и вдвойне вообще мягко. Мне кажется, ему должно понравиться расцветку специально. Я сначала не хотела брать, потому что какие-то яркие были расцветки, думаю, вообще ни к селу, ни к городу. А потом что-то прошла дальше, смотрю, торчит бело-серый. Так, думаю, где-то, значит, должна начала копаться. Девчонки, на самом мне нашла вот такой вот коврик симпатичный. И потом покажу вам, как я его простелю. Хороший. Ну что, почему нет-то? Что, сидеть мне от этой подушечки и тишить мне даже на это время нет. Вот так вот, смотрите, так положу, видите, как классно смотрится. Все, вот ее взяла. И потом сейчас с приходом холодов. У нас-то у него в комнате у Егора ковер большой, а вот когда он учит уроки, у Софийки-то я постелила коврик белый, больше у меня нету.
Вот. У нее не буду забирать дом. Надо Егору что-то придумать. Пошла в гардеробную, нарыла там какой-то коврик. Но он нормальный, киевский, но он зеленый, девочки, темно-зеленый, такой болотный. Положила ему сейчас под ноги. Потом и себе сделала заметочку, галочку, знаете, поставила на том, что если буду в фикс прайсе, нужно обязательно что-то посмотреть, чтобы ему, ну, под стул туда простелить. И, к моему удивлению, это тоже новинка. Это новинка. Я у нас в нашем фикс прайсе не видела. Home Time коврик 75 на 45, девчонки, смотрите, стоит 199 рублей. И он сделан под коврик, который у Софийки лежит, мы брали в Икее. Смотрите, девочки, смотрите, какой он симпатичный. И цвет, эта цветка прям отлично подходит туда, к нему в комнату. У него даже полосик, по-моему, в таких цветах, но он там более желтый. Но смотрите, какой он классный. Он до того мягкий. Он прям мягкий вообще. И еще плюс его в том, что, смотрите, девочки, он прорезиненный, абсолютно прорезиненное дно. У него хорошее качество. И то, что он стоит 199 рублей, это даже еще удивительно. Мне кажется, в других магазинах он стоил бы намного дороже. Давайте я покажу. Смотрите. Все, я вот так вот сейчас, у них же с Софийкой одинаковый размер столов, я вот так примерила, прям ляжет отлично, тоже его сниму, сейчас уже там расстелю и покажу вам, как получилось. Я вот этой покупкой вообще довольна, абсолютно, что, во-первых, что она не будет ерзать у него под ногами, потому что товарищ, когда учит уроки, знаете, ну вот это, как юла, и сюда, и ногу задерет, и опустит, ну то есть там все мыслимые и немыслимые позы мы принимаем, когда учим уроки. И в этом плане будет, конечно, все ерзать. А это ляжет прям отлично. Отлично. Вот эта покупка прям, мне кажется, оправдывает свои деньги, потраченные на нее. Ну, мягкий, вообще мягкий. Я удивилась. Классный прям. Хорошо придумали, они молодцы. Прорезиненный, то, что надо для наших детей. А я не знаю, он, наверное, просто как коврик декоративный для украшения, наверное, комнаты или для чего. Ну, наверное, ну, что они там вообще пишут? Просто коврик. Они пишут, наверное, просто коврик, а там дальше, куда ваша фантазия вас заведет. Ну да, ничего не пишут, просто коврик. Так. Это было предпоследнее, и последнее, это тоже для понадобности. Девчонка взяла вот такой контейнер. Вот такой контейнер за 77 рублей. Это Софийке в комнату, потому что в ее полке девочки и мальчики, учебники, тетради, они живут своей жизнью, они где хотят, там они находятся. У нее есть один такой, но он полностью заполнен. А там, где нету, там уже происходит, знаете, картина «Свободная жизнь», что хочу, то и делаю. А сейчас мы все это организуем, я все сюда разложу. Тетрадки, знаете, как... Где была тетрадка? Ну, в общем, тетрадки я ей вот так выставляю. Вот так вот их в ряд вставляю. Я говорю, ты же знаешь по цвету. Я, допустим, когда училась в школе, я по цвету различала, какая, ну, не в школе, даже уже в университете, когда были вообще тетради, какая тетрадь, почем, что тетради очень много. И дополнительных у них много, и основных много. То есть так поставила, все организовано, красиво. В общем, девочки, будем сейчас этим заниматься. Наводить порядок и делать красоту. Сейчас я займусь тем, что нарежу елку, покажу вам, как смотрится елка с гирляндами, и покажу, как лежат коврики у Егора под столом, и как лежит коврик у Егора на стуле. Ну, в общем, то, что нужно или как бы полезно посмотреть перед покупкой, все это сделаю, а там уже каждый для себя сделает вывод, нужна ему эта покупка, нужен этот товар, или без него можно прекрасно обойтись в этой жизни. Но вы знаете, вот все, что я купила, в принципе, ничего лишнего и ничего ненужного здесь нет. Я не люблю покупать, сразу говорю, там много было, конечно, всяких, знаете, тарелочки для украшений, там были какие-то... как они называются, девчонки, шкатулочки, много из керамики каких-то украшений. Я это не беру принципиально, потому что недавним прошлым, это, наверное, года два назад, я это все собрала, и все благополучно в пакеты, у меня это лежит, унесла вообще из дома, там, на складе даже, семейном это все лежит, потому что девочки это до такой степени собирают все это пыль, и, понятно, это все красиво, там,
и для уюта все нужно, но это все лишнее. Для меня, допустим, это лишнее. У Софии, у нее хорошо организовано. Допустим, стеллаж, у нее все там есть, ей больше ничего не надо. Ей крестная много дарит всего, девчонки там какие-то сувенирчики дарят. Оно и так копится. Егору это вообще ни к чему. Мне внизу, я не хочу, потому что у меня действительно нету физически времени протирать это. Я все по максимуму, все, я же вам говорю, девчонки, убрала все статуэтки, все это убрала. Оставила только наши фотографии, детские наши, ну там... иконки оставила, потому что свечки оставила, все остальное все убрала, потому что это хороший пылесборник, и для этого нужно иметь какую-то помощницу, знаете, уборщицу в доме, а я нет, не готова к этому, поэтому вот так. Поэтому ничего такого лишнего не брала. Я считаю, что деньги потраченные, там, по-моему, 2 с чем-то у меня вышло это видео, потраченные только на дело, на приятности и на нужности. Поэтому ни капельки не жалею о этих покупках. Все вроде бы работает, все вроде бы целое. Поэтому сейчас сделаю то, что вам обещала. И на этом буду с вами прощаться. И хочу сказать вам большое спасибо, что заходите ко мне на канал, смотрите мои обзорчики, смотрите мои влоги. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, если вы еще не мой подписчик, давайте дружить. Поставьте пальчик вверх, ну это по желанию. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И я очень-очень рада всегда видеть вас на своем канале. До свидания и до новых встреч, друзья! Девочки, ну вот так вот смотрится сидушка. И получается, что у нас сидушка белая с серыми прорезиненными такими антискользящими, да, приспособлениями. И получается бело-серое вот такое покрывало. Но она в 2 слоя очень мягкая. Мне кажется, Егору понравится. Видите, она даже вот если под ним вот ребенок будет сидеть, я бы не сказала, что она прям так скользит, как скользила бы, допустим, подушка, которая с обратной стороны, она шелковая. И мне даже кажется, можно вот так вот их немножко прихватить здесь, надо этим заняться. Белыми ниточками прям внутри. И получится очень даже, слушайте, их даже если вот так вот действительно шить, оно можно с нее потом вывернул и вывернул, получится подушечка. Да, кстати, надо это сделать. В принципе, для ребенка, мне кажется, очень даже неплохо и вообще так подходит к интерьеру. Точно я сделаю с него подушку. Прям идея прям вот сейчас только что пришла мне. И сейчас покажу вам коврик, как будет смотреться. Вот видите, то, что я говорила, с Икеей вот лежит такой зеленый, потому что ножкам все-таки холодно. Как раз я его сейчас достану, буду пылесосить. Вот я его 2 раза сложила и Егору под ноги. Сейчас мы новый с Фикс Прайса сюда растем. Вот так вот, девочки, ложится. Прям идеально ложится коврик из Фикс Прайса. Сейчас немножко. Афоня, отойди. Видите? Идеально, то есть сюда подвинется стулочка и ножки будут всегда в тепле. Он такой мягкий, такой теплый. И я же вот про что говорила, смотрите, он прям лег и вообще не шевелится. То есть это вот то, что нужно прям для ребенка. Под его ногами вечно куда-то там спешащими будет прям классно. Надо еще вот эту бирочку сейчас убрать. И получается такой замечательный коврик.